Итак, и хотелось бы начать с проблемы, связанной с квалификацией имущества в качестве движимого и недвижимого. И в данном случае эта проблема, она была затронута в деле «Лесозавод-25». Вообще следует заметить, что об этом деле я говорил очень много в различных видеоматериалах. Ну и здесь, я думаю, будет правильно рассмотреть кратко содержание данного спора, а также практику, которая складывается в связи с делом «Лесозавод-25». Ну, здесь следует сказать, что вообще до дела «Лесозавод-25» у судов при решении вопроса о том, как квалифицировать имущество в качестве движимого либо недвижимого, был сформирован подход, связанный с тем, что необходимо учитывать положения Гражданского кодекса, связанные с определением имущества в качестве недвижимого, ну и также во внимание принимались заключения экспертов. Однако Верховный суд посчитал, что такой подход не отвечает принципам налогового права, прежде всего принципу неопределенности. Так было указано на то, что учет экспертных заключений приводит к тому, что налогоплательщик не может быть уверен в том, что он до соответствующих экспертных заключений правильно определил свои налоговые обязательства. Ну и также было обращено внимание, что в целом гражданское законодательство, оно, в общем-то, не направлено на регулирование налоговых отношений. И все это побудило Верховный суд сформировать свой подход применительно к тому, как определять налоговые последствия по налогу на имущество, применительно к квалификации имущества в качестве движимого и недвижимого. Так было указано на то, что во внимание должны приниматься положения тех актов, которые непосредственно направлены на регулирование налоговых отношений. В данном случае речь идет о правилах бухгалтерского учета, прежде всего ПБУ 6/01, ну и также необходимо учитывать положения, связанные с классификаторами основных средств. Здесь следует заметить, что вот эти выводы, которые были сделаны в деле «Лесозавод-25», они, в общем-то, были приняты во внимание налоговыми органами. Так, ФНС России в своих обзорах, связанных с квалификацией имущества в качестве движимого и недвижимого, упоминает дело «Лесозавод-25». Но здесь следует обратить внимание на особенность, что это дело, оно упоминается наряду с другими делами, с другой практикой, которая существовала до этого дела. Иначе говоря, налоговые органы ФНС России подразумевают, что выводы в деле «Лесозавод-25», они, что называется, существенно не изменили практику, которая существовала ранее. То есть и сейчас можно использовать положение Гражданского кодекса для определения вопроса о квалификации имущества, а также можно учитывать и привлекать экспертов для квалификации имущества в качестве движимого либо недвижимого. Здесь следует заметить, что этот подход на самом деле находит отражение и в судебной практике. Так, в ряде актов 2020 года можно найти вывод о том, что та позиция, которая сформирована в деле «Лесозавод-25», она формировалась применительно к конкретным обстоятельствам дела, то есть, иначе говоря, выводы актуальны именно для дела «Лесозавод-25» и могут не применяться в других, даже, казалось бы, аналогичных спорах. Вообще, этот подход, конечно же, достаточно спорный, но, тем не менее, вот эту проблему применения выводов в деле «Лесозавод-25» применительно к другим налоговым спорам, вот эту проблему необходимо учитывать для оценки налоговых рисков.